Специальная техника собирает грязь и пыль с автомобильных дорог. Все, что сначала расчистили рабочие бригады вручную. Очистка прибордюрной полосы сначала производится ручниками. Мы всю основную грязь закидываем в трактор. И после нас уже в чистовую проходит, так скажем, чемодан. Это специальная техника, которая уже начисто убирает прибордюрную полосу. На сегодняшний день по поручению главы города Юрия Владимировича Лобаева организованы работы по уборке центральных дорог от мусора и грязи. На сегодняшний день уже выполнена работа порядка на 25 километров дорог Заводского района. Это центральные дороги, такие как проспект Ленина, проспект Молодежный, Гайдара, Веденепный. Сейчас ведутся работы на проспекте Октября. Только в Автозаводском районе ежедневно порядок на центральных улицах, проездах и тротуарах наводят 160 рабочих и несколько десятков единиц техники. После зимы у нас убирает очень хорошо. Я живу на проспекте Молодежный уже 35 лет. И вот никогда не было, чтобы снег вот так вот раскидывали, уже весь снег раскинутый, уже там плитка вся чистенькая, весь снег вывезен. Во дворах даже чисто, несмотря на то, что такое огромное количество снега в этом году выпало. Вот мне приходится ездить и в верхнюю часть города. Наш район – это просто сказка. Дорожки были прочищены до асфальта всегда, очень чисто, хорошо. Вот. Я довольна всем. Приводят город в порядок после зимы круглосуточно и без выходных. Но здесь важно обратиться и к нижегородцам. Если одни убирают, другие пусть не мусорят. Чтобы уже весной город стал красивым и чистым, каждый должен внести свою лепту. Служба информации, Сергей Щеплягин.